справке, выданной его сыновьям через 50 лет после его гибели, будет написано, что их отец умер 15 февраля 1938 года. Место смерти – Самара. Причина смерти – расстрел. Свои произведения он всегда подписывал псевдонимом «Старик». Также обращались к нему его друзья-писатели. Но стариком он так никогда и не станет, потому что его жизнь оборвется в 34 года. День идет, синеет омут ночи. В проводах перегорает ток. За стеной встает сосед рабочий. Сквозь туман, предчувствуя гудок. На дворе стоял ноябрь 37-го. Пришли за ним ночью. Троепольский Аркадий Михайлович здесь живет? Да. Он дома? Нет. В командировке. А когда он вернется? Завтра. Следующей ночью они пришли снова. Но его еще не было. Задержался в командировке. А когда, наконец, вернулся, и жена рассказала ему об этих ночных визитах, он успокоил ее, дескать, не волнуйся, все будет в порядке. Ты собери мне в чемоданчик белье, схожу в НКВД, а потом сразу в баню. С этими словами он ушел из дома, ушел навсегда. На следующий день пришли с обыском. Его старшему сыну было 12. Вернувшись из школы, он был встречен матерью на пороге. Она взяла у мальчика портфель и велела ему подольше погулять во дворе. Во дворе? Что ж, хорошо, во дворе, так во дворе. Но, уходя, он все-таки успел заметить, что по комнате ходят какие-то незнакомые люди, а на полу в беспорядке валяются вещи и бумаги. Уже потом, много позже, сыновья Аркадия Троепольского прочтут в деле их отца, что при обыске были изъяты 2 записные книжки, 6 тетрадей, книга «Черемшан» и красная папка с разной перепиской. Мать говорила им еще и о том, что при обыске было изъято очень много фотографий, но о них в деле не было сказано ни слова. Не было в этом деле и обязательных тюремных фото в профиль и анфас. Скорее всего, эти фотографии были уничтожены позже. Скорее всего, те, кто держал это дело в своих руках, знал, что время истины обязательно придет. И когда-нибудь будут расставлены все точки над «и». Троепольский Аркадий Михайлович родился 6 августа 1903 года в селе Фошня Жуковской волости Орловской губернии. Образование – 5 классов гимназии. До революции состоял на иждивении у бабушки. После революции – служащий. В 1938 году проживал в Ульяновске, по улице Радищева, дом 30, квартира 6. Арестован 22 ноября 1937 года. Изобличается в том, что является участником контрреволюционной эсеро-меньшевистской организации в городе Куйбышеве и входит в состав ее террористической группы. Прервем на этом цитату из дела гражданина Троепольского и обратимся к повести писателя Троепольского «Черемшан». Самара, Волга, начало 1930-х годов. Пароход, вероятно, причаливал. Послышалось гулкое топанье шагов по палубе, короткий гудок парохода, и тотчас лапчатые колеса замедлили свой ход. Затем пароход прокричал еще раз, долго и протяжно. И вслед за этим наступила звенящая тишина. Мягким движением пароход закутывался в туман.
А оттуда, с берега, слышался лай собак, звуки гармошки и редкие человеческие голоса. Пароход подошел к самому берегу и остановился. По палубе прошагал одинокий пассажир, спустился по сходням на берег и пошел куда-то вдоль реки. Вдруг откуда-то из тумана от реки его окликнули: «Эй, кто там?» Пассажир всмотрелся в туман и различил стоящего возле реки человек с ружьем. «Это я, пассажир. А табачку у вас, товарищ, нету?» — спросили из тумана. «Табачку? Табачок есть. А что вы тут охраняете?» — спросил пассажир. «Я-то? Я арбузы. Арбузы? Чепуха какая!» — рассмеялся пассажир. «Какая это чепуха? Это ты, милок, зря. Эти арбузы колхозные. Я их сам отбирал для базара. Штука к штуке. Да вы меня, отец, не поняли!» «Ласково», — сказал пассажир. «Это я так, про свое». «Ах, ну, если про свое, тогда ладно. Садись вот на камешек, покурим», — сказал ему сторож. Оба сели на камень и стали курить, вслушиваясь в далекий лай неугомонной дворняги. А это еще один документ, копия которого сохранилась в семейном архиве писателя Троепольского. Это письмо, написанное его женой, пытавшейся спасти мужа. «Товарищ Берия, я знаю Троепольского с 16-летнего возраста. 15 лет я была его женой, у нас есть дети. Я всегда восхищалась его неутомимостью, его добросовестностью и энтузиазмом в работе. Я видела, знаю и утверждаю, что этот человек не мог сделать никакого преступления, а тем более государственного. Я знала его очень близко и утверждаю это с полной ответственностью. Я обращаюсь к вам не как жена, а как свидетель 15 лет жизни и деятельности честнейшего и порядочного в полном смысле слова человека. Я чувствую себя морально обязанной высказаться как свидетель, потому что мне непонятно, за что человек осужден на 10 лет без права переписки. Вы хотите знать это, гражданка Троепольская? Вы в самом деле хотите это знать?» Меж тем туман все сгущался. Старик несколько раз пытливо вскинул глаза на собеседника, как будто проверяя его. Загасил папиросу об камень и сказал: «Вот что я тебя, милок, поспрашать-то хотел. Правда это пишут, что подлые враги хотели убить наших вождей? Я-то вот про себя думаю, неужели кто это помыслить мог, а не то чтобы рука чья-то поднялась?» «Да, правда», — ответил пассажир. Тогда старик сразу как-то выпрямился, вздохнул и сказал: «А то, слышь, сын-то мне газету читает, а у меня по коже мурашки бегут. Вот, думаю, вырыли гнездо змеиное. Чуть было всех нас не перекусали. А ведь, небось, много их бродит по белу свету-то». Сказав это, старик приложил берданку к плечу, поправил тулуп и продолжил: «Вот ведь и мы одного тут выловили под самое 1 мая поджигателя. Сыну кулацкого конюшню колхозную спалить хотел. Прибегаем, а все 47 колхозных лошадей в веревках стоят, связанные. Отнять хотел у колхоза всю его силушку. Вот так-то, брат».
22 ноября 1937 года писатель Троепольский был заключен под стражу в Кряжскую тюрьму. 4 декабря ему было предъявлено обвинение «Активная контрреволюционная деятельность», статья 58, пункты 10 и 11. 22 декабря к ним был добавлен еще один пункт, 8. 31 декабря этого же года протоколом номер 85 тройки при УНКВД по Куйбышевской области Троепольский Аркадий Михайлович был приговорен к высшей мере наказания. В левом верхнем углу постановления красным карандашом сделана пометка «Исполнено 15 февраля». Разумеется, сразу после ареста Троепольского его жену выгнали с работы. Разве могли терпеть во дворце книги, где она работала, жену врага народа среди сотрудников? Детьми врага народа сразу же стали его сыновья, которым сначала в школе не давали прохода, дразнили и обзывали самыми гадкими словами. Но вскоре дразнить перестали, потому что с каждой ночью таких же, как они, в школе становилось все больше. Потом была война и много других испытаний. Добрые люди помогли жене врага народа устроиться на работу в библиотеку педагогического института, где, уводя ее подальше от посторонних глаз, председатель правкома совал ей талон на валенки. Елена Павловна, только прошу вас, никому ни слова. А 10 лет спустя, после ареста мужа в 37-м, жена Аркадия Троепольского вновь обратилась в органы государственной безопасности с просьбой сообщить ей хоть что-то о его судьбе. В ответ на этот запрос ей выдали справку, в котором черным по белому было написано, что ее муж Троепольский Аркадий Михайлович умер в сентябре 1943 года от воспаления легких в возрасте 40 лет. День идет, перегорает пламя, хлопает звезда над ледником. День идет и тускло освещает горизонт, заряженный свинцом. С вами был Михаил Перепелкин.